получается, угу. по градусу. Я тоже.
Поменял, ну пробка такая, мост же ремонтируют. Поэтому... А мы же с тобой ехали в одну полосу было. Не Бугровский, а вот этот. Ну я-то забыл, что его ремонтируют. Ну и это самое. Нет, я свернул на Парнас. Там поставил машину и перешел под мостом по железнодорожным путям. Пешком. Да, слава богу, да, у меня. Ну все, сейчас. Да нет, там надо проверять. Нет, нет, такого не было еще ни разу. И у меня там, если не работает, там будет педаль, только не работает. А у меня будет педаль не есть. Поэтому все окей. Вот. Ну ладно, я сейчас пешком. Ты знаешь, там теплее. Ну, конечно, теплее, чем на даче. Теплее. Да. Помнишь, это надо нагреватели, которые разбивают воздух. У нас воздух стоит. Он там в одном пятне нагрелся, а в другом стоит холодный. Надо либо ходить, я читал, либо вот почему с вентиляторами. Ну да, испугалось, что телефон был главным образом. Да, хотелось бы воспользоваться. Козырек. Да, точно. Точно, да. Да, перешли, да. Хорошо. Да, хорошо. Так, ну ладно, все. Да, это точно. Ну ладно, все, я пошел тогда там. Да. Ну я хочу, да. Да, в дом книги. Нет, машина в одном месте, а я в другом месте. Машина до моста, я после моста без машины шел. Нет, машина у меня стоит, ветровая. Парнас, а я же на просвещение. Поэтому у меня в рюкзаке, я буду гулять с этим роутером. Ну да. Но я же, ну, в рюкзаке. Вот. Ну ладно, ладно, все, давай, да. Да. Да, ну. Да. Ну ладно, все, давай, да. Все.